Во Дворце культуры «Артика» в эти дни буквально кипит работа. Артисты театра Творецкого готовятся к показу спектакля по пьесе Островского «Женитьба Бальзаминова». Окунуться в неповторимую атмосферу, порадовать себя уморительно смешной комедией жители и гости окружной столицы смогут уже в субботу. Наша съемочная группа не удержалась от любопытства и заглянула к актерам театра во время одной из репетиций. Подробности в материале Ирины Никешиной. Уже с первых секунд присутствия на репетиции понимаешь, атмосфера здесь царит неповторимая. Передать характер своего героя способен не каждый. Для этого требуется особый талант. Хорошо, чайку ты позевай. Ох, чего уж лучше-то. По всем жилкам, по всем суставам пройдет. Несколько слов о характере своей героини. Матрёна – это кухарка. Она ничего не боится, она говорит всегда правду. Такая вот женщина, все схвачено. В данном спектакле я играю роль служанки Химки у сестер Пиженовых, у Раисы и у Анфисы. Это такая деревенская, очень не взбаломошная, а очень такая суетная девочка, которая вот прямо у нее все малообразованная. Такая громкая, шумная. Ну, это надо смотреть, так несложно описать. Но она такая вот прямо живая, и вот мой маленький выход, он, как все говорят, очень яркий. Режиссер театра Творецкого Алена Сегова дала установку своим подопечным не смотреть готовые спектакли по пьесе «Женитьба Бальзаминова», а самим прочувствовать характер героя и передать это зрителю. Не опираться на готовую работу, чтобы именно себя найти в данной роли, да, то есть перечитать, пусть даже вот 2-3 строчки, но их надо было настолько прочитать глубоко, чтобы понять, какой ты должна быть на этой сцене. Понятно, что корректировка режиссера была при постановке этой роли. За кулисами актеры еще раз просматривают сценарий, а затем сменяют друг друга на сцене. Все это время за их игрой наблюдает режиссер. Волнуется и одновременно гордится результатом совместной работы. Работа людей, влюбленных в искусство. Да, есть чем гордиться. На самом деле за полтора года они очень сильно выросли по сравнению, да, с тем, что вот как мы начинали. Сейчас я могу на них положиться. Окунуться в неповторимую атмосферу, порадовать себя просмотром известной уморительно-смешной комедии жители и гости Нарьян-Мара смогут уже в эту субботу, 26 января в 18 часов. Билеты на спектакль можно приобрести в кассах ДК «Арктика». Ирина Никешина, Антон Водряков, телеканал «Север».